Ну что же, дорогие друзья, я знаю, вы меня давно ждали. Спасибо за хороший комментарий, вот именно обращаясь к человеку, да. Спасибо тебе, то, что ты так давно со мной. Это вот вообще, как сказать, необычная штука. Первый раз вижу подписчика, который был у меня на канале еще 2 года назад, когда я только начинал. Да, 2 года назад, конечно, такая нормальная цифра. Хочется, конечно, сейчас уже попытаться хотя бы за лето еще набрать. Хотя бы до 1000 или до 2000 подписчиков дойти, чтобы наконец-то пошла развиваться популярность. Да, очень охота. Ну ладно, не будем об этом, давай к делу. Короче, я сейчас буду записывать 2 программ. Это со своей основной и еще NVIDIA GeForce Experience попробуем включить в эту серию. Но она будет именно, наверное, для какой-нибудь ставки, если, конечно, не зайдет. А так, мне просто интересно, как записывать моя и NVIDIA Experience. Так, ну и еще в Subnautica Barrel Zero у нас прошло море обновлений, которые мы сегодня с тобой, разумеется, посмотрим. Последний раз я выживал... Так, выживание, креатив, выживание, 2 часа. Не помню, чтоб я в марте играл. Или я играл в марте. Вообще не помню. Просто 22 февраля, скорее всего, я играл. Хотя не... ладно, мы сейчас просто посмотрим. Наверное, все-таки какого-нибудь там 10 марта я играл, я уж не помню. Скорее всего, не то загружаю. Ну ничего, ты не бойся, если что там какие-нибудь проблемы будут, я их, разумеется, смонтирую и обрежу. Для тебя как раз таки, друг мой. Что-то слышал, прогрузочка, наверное. А если да, сейчас сверимся. Вообще, моя это игра или что? Просто я вообще не помню, как играл.
Так, ну что, давай проверим. Все-таки да, это моя сохранялочка, походу, открыть хранилище. Да, это я такой заготовщик. Кто ж еще? Открыть изготовитель. Я, кстати, включил свет, просто, наверное, я темный тебе. И я хочу еще, да, поэкспериментировать, как же я сейчас буду выглядеть. Блин, надо рыбу одеть. Как я буду выглядеть, если мне добавить немного света, поэкспериментировать, так сказать, захотел заменить источник питания, что так, 0%. Да, плоховато дело, плаваем без батареек, без всего. Может быть, я их хотел сделать, но я ничего не помню. Так, ну двух рыб я поймал. Я думаю, сейчас нормально нам зайдет на воду. Раз. Так, давай. Вода. Думаю, зайдет. Давай попробуем. Так, стабилизированная, отлично. Тут много всего нового добавили. Инструменты. Так, инструменты. Размещение. Так, персональное снаряжение. Ласты. А мне какой емкости? Высокой емкости. Я уж все сделал. Хорош, Данек. Так. Электроника. Аэрогель. Что-то не пойму. У нас тут море всего нового, значит, добавили. А я пока ничего сделать не могу. Это, конечно, весело. А, кстати, почему не могу? Давай сделаем батареечки, а ты что нам фигнёй-то мается? Электроника, батарейки, медная руда, да? Медная руда. У нас золото есть. Так, медная руда. Я думаю, что тут есть. Так, нет, нифига. О, у нас тут теперь все под базой, его возобновилось, так сказать. Это хорошо. Это по правде хорошо. О, да, это точно моя сохранялочка, потому что только я так помечал. Не зря так сохранился. Так. Сейчас еще мы будем пробовать с тобой запись с Experience. Мне интересно, как оно будет. Ну ты это сам видео заметишь. Так, ну да, пока в принципе все у нас классненько. Так, Alt плюс Z. Не хочет открываться экспириенс. Не хочет. Но и фиг с ним пока, не обязательно. А может он уже записывает, потому что у меня сейчас 25 FPS. Выдает. А это у нас тут что? Страшно, я слышал. Может, левиафанов наконец каких-нибудь добавили, не знаю. А, во. Ты морская обезьяна, ёпти. Ты кто? Вот тебе и новое существо. Левиафаны, наверное, тоже наверняка есть уже. А сюжетку-то мне добавить, а, это сранцы.
Голосовой журнал. Так, травоядная, да, два пальца, как придатки. А, они вот предметы собирают, эти морские обезьяны. Изучать с осторожностью, умные травоядные среднего размера. Ну, короче, да, эта тема собирает. Просто, понимаешь, собирает. Все, что видит. Короче, весело. А ты кто? Откуда что-то такое? Рапокрыл. Хищник среднего размера, известный своей способностью плеваться переохлажденной соленой воды, замораживает свою добычу издалека. Oxygen. Остерегайтесь полного пузыря. Хотите попробовать жизнь? Бля. Не умирай. Так. И сейчас мы еще похаваем с тобой. Дайте мне этого поймать. Прикольная штука. Остерегайтесь, полного пузыря. Фига себе ты прикольный, брат. Вон, давай тебя возьмем. Мне надо просто пожрать. Поэтому... Ух, он еще меня заморозил, вот ты говнюк. Не, ну вообще прикольная тема, мне нравится обновленница. Emergency. Starvation imminent. Seek calorie intake immediately. А запас калорий-то мы пополним, боюсь. Морская обезьяна, вон. Вообще, ну прикольно тогда, добавили, молодцы, молодцы. Я и не заметил то, что... Были всякие такие обновления. А я чё, проплыл? О, я проплыл, ё-моё. Ну даю, конечно. Да, я, конечно, жару. Так, ну мне сюжет-то когда начнется? Я ж хочу пройти. Или мне надо батареечки пока поделать, я вот этого не понимаю. Так, ну чё? Еда жареная. Пусть делает фигню ему. Так, ну отлично, давай похаваю. Vital signs stabilizing. Ресурсы, электроника, батарейки, пожалуйста. Чем больше, тем лучше. Так, ну ладно, хоть теперь сюда есть что засунуть. Можно поплавать. У меня, кстати, сейчас на улице гроза собирается, что полная жопа. Будет, короче, весело мне сейчас. Поплаваю, вот тут с тобой посмотрим, что у нас новенького. Может быть, что-то и найдем. Надо проверить. Ух, хрена себе, ты что такое? Арктический скат. Фига себе тема. Быстрый подвижный вид скатов, хорошо адаптирован к условиям низких температур, безобидный. Так, окей.
Кстати, если GeForce Experience сейчас вдруг включился и работает от какой-то моей одной кнопки, это плохо. Надо будет полазить в настройках, настроить отдельные кнопки, чтобы он такой фигни не маялся. Мне интересно, что может быть тут на дне, помимо вот этих вот драных акул. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. А так обидно то, что чертежей даже нет. И ничего в этом роде нет. Вот просто нет и все, понимаешь, да? Ну ладно, давай наверх. Это, видимо, какая-то новый биом с акулками, опасный. Хорошо проработан. Мне надо вот сплавать на эту базу один. Если она там еще. Может быть, мне что-то новое. Опа. Мореход. Фига себе. Один из трех. Окей. Блин, кислород. Вот жаль, с кислородом сейчас проблема. А так сейчас сплаваем. Еще мореход просканируем. Что бы нам... И не сделать это. Так, давай, дыши. Ух, на улице красиво, конечно-то. Зимой-то. Давай обратно под воду. Мне кажется, мы сейчас все-таки что-то откроем новое. Блять, а где? Я ж тебе... А, вот ты. Прогнет морехода. Интересная, конечно, тема. Фрагмент морехода, ё-май. Не знаю, что это за фигня так мигает. По идее, где-то еще может быть мореход. Пасть. Корал пригодится. Не, ну конечно, правда, интересно. А можно мне последнюю часть мореход, пожалуйста? Найти и все с этим. Нашел бы сейчас вот эту последнюю часть. Давай ты не будешь у меня есть. Какая-то база пришельцев тут вон улики их новая. Технология предчетей. Так, ну а так-то давай последнюю часть морехода-то найду. Раз уж вы тут добавили. А, вот он. Вот последняя часть морехода, отлично. А почему мотылек теперь называется мореход? Я что-то не понял. Интересно. Мотылек, мореход. Вот это, конечно, дали они. Мореход. Так, ну давай на ту штуку сплаваем. Наконец-таки. Мотылек, мореход. Вот это дали, да. Кстати, вот так вот посветить можно всякое интересное штуки найти. Сборщик транспорта, пожалуйста. Один из трех. Давай еще поищем. Сборщик транспорта — это тема. А, ну вот еще, пожалуйста.
мореход, мотылек, сборщик транспорта, еще сборщик транспорта, тема. Мне нравится. Давайте поймаем вот эту вот рыбину, которая вот дает. Так, где? Так, это я видел. Это у нас тоже мотылек. Будет мотылек. С чего они взяли то, что он мореход? С каких это пор мотылек стал мореходом? Я что-то не помню. Ну хотя бы чертежи так нормально разбросаны, то есть проблем не будет. Так, запас на 30 секунд, надо подниматься выше. Вот опять что-то интересное нашел. Так, ух, фига себе, тут буря. Так, база. База 406 метров, да? Что-то я запутался. Ты где была-то? Штуковина. А, вот он. Облом корабля. Модуль аквариума морехода. Ох, фига ты большая. Не, мать, не надо. Оно тебе не надо. А что тут еще такого интересного-то есть? Ничего больше такого я не видел. А жаль. Надо будет тщательно поплавать и поискать фрагменты. Пока мы так поплаваем. Что-то вот тут вот начинает FPS прям. Ух. Прям страдать начинает. Что такое? Ты что так? Ебанули, что ли? Что это вообще такое? Да запас жидкости-то мы пополним. Что это-то такое? Странное место. Да, тут много обновили. Вот этот вот берег. Теперь какие-то тут вон... Земля не такая. Если вдруг что-то будет сейчас другое качество записи, вы меня, конечно, простите, я это потом исправлю. Потому что, может быть, сейчас у меня снимает и G4, и прога, наверное. Если там какая-нибудь хрень произошла, то вы на меня не обижайтесь. Так, ну что, я вышел. Здрасте, братья. Кстати, по идее, там внутри должен будет этот быть. Если это база. Хотя, знаете, вот островок с базы обновили. Прям жестко обновили, хочу сказать. А как мне наверх пройти? Вообще жестко. Жесткое обновление. Я, конечно, все понимаю. Ребята, а как наверх-то попасть? Мне просто надо воды выпить, а то мне придет жопа.
Так. Сложно. Хотя не совсем и сложно, можно сейчас пробраться будет. Какой-то теплый источник, о, серый. Совсем неплохо. Так, во-во-во, я нашел подъем, поднимаюсь. Да, сейчас все будет. Все нашел, блин, только бы ты не померла. Блять, да погоди ты помирать-то, ёбаный. Свет. Тут же немножко осталось. Съешь так, ну. Чё вообще сожрать нечего? Ты ебанулась, мать, нет. Блять, ну и пиздец. Сколько можно, да, как вышло. А, ну и хрен с тобой, ты все равно ничего особого там и не потеряла. Так, что надо сделать? Нам надо теперь сделать, получается, у нас новое это добавилось. Мы можем сделать титановый слиток. Давай, титановый слиток. Титановый слиток в обязательном случае делаем. Потом мы с тобой делаем смазка энергоячейка. На энергоячейку надо силиконовую резину. Есть силиконовая резина? Блин, если нет, это фигово. Как силиконовую резину сделать? Вот воду, вот сейчас вот делаю эту ебучую воду. Наконец-то, ну, одну рыбину просрал, смотри. Снаряжение, инструменты, не-не-не. Дополнительные силиконовые резины, гроздь семян, ёкаломэнэ, вот. Сдалось мне это сейчас. Я, кстати, не помню, в какой стороне эти семена. По-моему, если отсюда пойти, то вперед. А, ну да, все тут у нас. Сейчас возьмем. Давай. Силиконовая резина. Отлично. Так, резинка готова. Угу. Энергоячейка тоже готова. Теперь смазка. Да, и вот сборщик у нас, можно сказать, готов. Давай вот это переложим дело. Аптечку берем. Это все мы ложим. Так, все.
Отлично, можем теперь крафтить дело. Давай подняться. Активировать. Custom menu models. Модуль аквариум морехода, ебать. А слышь, все-таки мореход, смотри. Выглядит как мотылек, но все-таки это мореход. Для морехода надо стекло, свинец, расширенный комплект проводов, титановый. Е-мая, вот это, конечно, круто загнули. Не поспоришь. Собирай теперь, называется. Ладно, дорогие друзья, пока я пособираю, к следующей серии сделаем мы мореход, точнее он уже будет готовым, я просто поплаваю, все это дело поделаю, разумеется, и будет у нас мореход. Пока вот так соберу. Что есть у нас? Весело, конечно, не поспоришь. Не поспоришь. Ладно, всем удачи, всем пока.